За окном хмурое утро, а на душе солнышко. Сегодня 1 января, первое утро Нового года. И мой первый завтрак в Новом году. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас еще раз с первым днем, с Новым годом. И желаю вам всего-всего самого наилучшего. Счастья, дорогие мои, и самое главное, здоровье вам и вашим близким. Это очень важно для всех нас. Завтрак. Ну, я могу себе позволить с 1 января, хотя собираюсь, да, все время собираюсь худеть, но сегодня могу себе позволить. И сегодня я вам покажу, как я готовилась к встрече Нового года. А кафе, где мы должны были встречать Новый год, мы позаботили заранее. Это рядом совсем с нашим домом. Вот Lab Cook. Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья! Мы пришли в кафе, которое находится неподалеку, для того, чтобы заказать столики к Новому году. И пришли мы с приятелем, и сейчас, мало того, что мы посмотрим помещение, мы хотим еще и попробовать, как здесь готовят. Ну вот, смотрим залы. О, у вас 4 зала, да? Да. А, прекрасно. Еще один зал. Ну что ж, все очень уютно, нам все понравилось, и кухня тоже понравилась. Кстати, мы решили заказать блюда, которые можно приготовить самим, и причем вкусную и полезную пищу. Вот нам принесли кофе-латте, это пока перед едой. Сейчас будем пить. Сейчас, секундочку. Думаю, так. Это у вас, как называется, это котлеты и щуки? Ага. Ага, все. Спасибо, а у меня авокадо. Хлебушку сделайте, пожалуйста. Авокадо с креветками, да? Авокадо с креветками и с чем еще? И с лососем. С курицей. С курицей и креветками. И мы должны... Помидоры, маслины. Курица. Вот такая замечательная лодочка из авокадо, которую, кстати, можно вполне самим приготовить дома. И очень полезная. А как вас зовут? Меня зовут Женя. Женя, очень спасибо. Еще раз повторить, а то мне сбилось. Значит, фирменное блюдо у вас ягненок, которое можно сделать самим на вертеле вот здесь, да? То есть вы все покажете, расскажете, сколько это готовится примерно времени? 8 минут примерно.
8 минут. И сколько стоит это? Стоит все по-моему. Все по-разному у нас. Ну, примерно. Ваше фирменное блюдо? Стоит примерно 800. 800? Да. Ну, там у нас мини-шампурчики. А, там мини-шампурчики? Да, из баранины, свинины, мяса. Понятно. Все, спасибо. Так, к Новому году у вас так все уже преобразилось. И вот 31 декабря с утра я побежала в парикмахерскую. 900 рублей. И парикмахерская, и кафе. Это все они расположены в старых домах в центре. Поэтому, когда делали ремонт, вот сняли просто штукатурку и оставили кирпич, который был. Кстати, кирпич очень красивый, старый. Он не похож на современный. Смотрится очень интересно. Ну, парикмахерская сделана в таком современном хай-тековском виде. И посмотрите, какие замечательные здесь люстры. Вообще необыкновенные. Я уже сделал как надо. А это проход уже в другой зал, там, где меня ждет мой парикмахер. Тридцать 31 декабря, все спешат, все хотят быть красивыми, встречают Новый год нарядными, красивыми. И обратите внимание, очень много мужчин, и причем молодых. Наша красавица. А ну-ка повернитесь, повернитесь. Вот. Я подбираю наряды для Нового года. С брюками я уже определилась, а вот из кофты я буду выбирать. И первая это золотая вот такая у меня красивая блузка с золотыми нитями. И у нее такие пуговички очень красивые. Конечно, не блузка, а такая. Такой свитшот очень красивый, кофточка. Я уже сказала, что я решила выбрать брюки черные, зауженные к низу, 7/8. Второй мой наряд, вот такая блузка, очень красивая, как сейчас модно, с пайетками, с бисером. И, кстати, к этой кофте у меня как раз есть очень красивые туфли. И, конечно, сюда идеально подходят жемчуг. У меня будут и бусы, и браслеты.
И вот еще одна уникальная блузка. Она уникальна тем, что здесь старинное шитье. Вот то, что вы видите, это старинное шитье, которое мне досталось, ну, конечно, от моей бабушки. И вот мне шили такую замечательную блузку. Она с длинным рукавом и расширяется чуть-чуть к бедрам. Вышивка на черной сеточке. Старинные. И к нему может быть и такой вариант у меня. Часы и просто кольцо одно. Вот, а может быть еще какие-то варианты. Эти уникальные туфельки расшиты пайетками, бисером и шелковыми нитками. Моя гордость. Если вы заметили, они очень идут к моей блузке, тоже с пайетками. У нее такие же черные пайетки, такой же бисер белый и черный. Ну, в общем, я считаю, идеально подходит. С таким каблучком мне будет достаточно комфортно.
того, чтобы выбрать кольца, воспользуюсь своей волшебной коробочкой. Здесь собрана бижутерия, которой я наиболее чаще всего пользуюсь, и которая мне очень нравится. И здесь вот есть варианты и для современных каких-то образов, и для вот янтарь с бусами янтарными. Ну и в том числе вот я сегодня буду выбирать образ золотом в золотистых оттенках. Ну вот такие кольца, потому что у меня как раз зеленая такая блузка с кружевами. И вот такие вот. Ну, браслет, конечно, тяжеловат, пожалуй. Я браслет этот индийский сниму. Я не буду его одевать, у меня есть кое-что получше. А вот то, что я выбираю в таких серебристых тонах, серебром. И это, кстати, здесь, вот видите, жемчуг. Ну, это к моим жемчужным украшениям. И перед тем, как разбежаться, чтобы встречать Новый год каждый в своей компании в кафе, мы собрались тесным кружком дома провожать старый Новый год. И вот я уже подхожу к кафе, а меня встречает вот такой молодой человек. Видите, он мне машет рукой. Заходи, заходи, заходи. Здравствуйте. А я вас не устаю поздравлять с Новым годом, желаю вам счастья в Новом году. И напишите, пожалуйста, как вы встретили Новый год. До встречи!